эвакуацию местного населения попутно. По просьбе вас, да, эвакуировали вас. Да, я подошел, попросил командира. Он мне сказал, сейчас разрубимся, через 5 минут все в сборе, в машину и вперед. Мы вас отвезем в аэропорт. Так и получилось. Мы быстренько собрались, кто как, вскочили в машину и нас повезли. Нас повезли на повороте. Еще один ждал нас. Повернули, и он и двинулись. А он хотел за нами ехать. Удар миномета попадает в машину, и все беженцы накрыло, и машина разорвала на клочья. Но они же видели прекрасно, что едут беженцы. Белый флаг выбрал. На машине был белый флаг. Белый флаг. Мы с белым флагом ехали. И потом мы поехали в аэропорт. Нет, тещу наповал сразу. Внуку тоже, дочке тоже кровью истекла. В общем, два трупа. И четыре раненых. Это осколки от той мины прилетели в нашу машину. Вы знаете, что наши солдаты сделали все для того, чтобы вас вывезти и привезли вас в больницу. Да, и только все сделали, и не просто с полным высшим классом. Дома все разрушены, жить там негде было. Там уже жить негде, там все разбито, ребята. Там, понимаете, что все гудить, день и ночь гудить невозможно. Мы бросили все. Мы сейчас, раненый уже в больнице. Вот, кроме всего. Раненый в больнице. Мы постараемся сейчас через коменданта решить вопрос, чтобы вас разместить, потому что родственники, я так понял, у вас далеко, да? Отсюда? Да. В Гатинском районе. Есть у вас что-то еще сказать нашим солдатам? Есть. Спасибо большое. Храни, Господи, солдаты. Храни, Господи. Матерь Божья защитил кровь и подвел. В огородах хоронят людей. Убило, некуда хоронить на плаве. В огороде выкопали и закопали. И мирные жители. Хорошо, мы сейчас решим вопрос, чтобы вы будьте здесь, сейчас в больнице посмотрим, ранен, и потом решим вопрос о вашем размещении. Хорошо, спасибо большое. А как выехать отсюда можно будет? Сейчас мы решим через коменданта вести все эти вопросы. Краснодар, куда ехать? Там туда. Я уже туда не вернусь. Можно ехать туда, где есть проезды, чтобы не стрелять. Может, сестра побольше в Запорожье. Сейчас я в больницу и выйду сейчас к вам. Хорошо, как вас зовут? Юрий. А по отчеству?